На большой торжественный вечер, посвященный 65-летию города, съехались представители политической элиты со всех уголков области. Глава региона, мэры Иркутска, Черемхова, Братска. Выходя на сцену, каждый из них признался, что в его жизни была своя ангарская история. Многим из них довелось здесь учиться, а кто-то считает этот город по-настоящему родным. Сибиряки вообще умели и умеют строить, воздвигать крупные города, объекты. Но то, что сделано у нас здесь в городе, этим можно гордиться и восхищаться любому человеку. И строителю с высокой, с большой буквы, и нефтехимику, и представителю любой другой профессии. Благодарственные письма мэра и почетные грамоты главы региона за свой добросовестный труд получили ангарские учителя, медики, строители. Людям, которые всю свою жизнь посвятили развитию и становлению Ангарска, говорили спасибо первые лица города и области. Ангарчане, мы любим Ангарск, потому что многие из нас приезжают сюда как в иную цивилизацию. Мы многому у вас учились, мы многому у вас научились. А сегодня у нас даже немножко схожая судьба. Мы с вами самые креативные территории на политическом поле Иркутской области. Губернатор Черемховца меняет губернатор ангарчанин. Я думаю, что так будет всегда. Вечер продолжился выступлением творческих коллективов Дворца культуры «Нефтехимик», которые подготовили яркую юбилейную программу. Наталья Зарубина, Владимир Селиванов. Местное время.